Торнадо Энерджи! Противник уничтожен. 2 damage. Здорово, ребят! Это видео будет в первую очередь для тех, кому лень самому все читать, и, ну, грубо говоря, для ленивых, и также для тех, кому ценны мои комментарии. Итак, на портале World of Tanks вышла официальная новость с подробностями заслуженной награды, кто за что и что получит. Многие из нас думали, что ветераны будут там больше там столько-то лет. Я вообще в последний момент подумал, что награду получат все. В принципе, я оказался почти прав. Итак, здесь ничего интересного. Здесь как бы они рассказывают о своей истории, что у них был и Рубикон, и всякие вот Рубикон, телепорты, премия Рунета, там сложности с точки зрения обновлений. Короче, вся эта вот эта вот. Мы прошли долгий путь, но мы рады, что вы были с нами. Короче, заслуженная награда. В знак благодарности мы подготовили для вас особое событие. Подарки ждут каждого, кто зарегистрировался в игре до 31 декабря 2017 года, то есть хотя бы год назад. Награда, которую вы получите, будет зависеть от даты вашего первого входа в игру, а найти ее можно будет в разделе «Достижения» в клиенте игры. Но обычно вы зарегистрировались, да, и зашли в первый бой. Там даже не в игру, по-моему, а в первый бой надо зайти. Неважно. Большинство из вас зарегистрировали аккаунт и сыграли в бой в тот же день. Так что это так, мелочи. Чтобы получить награды, нужно с 28 ноября с 9 часов, да, их можно будет забрать. И это надо сделать до декабря 2019 года. То есть в течение всего года. Не думайте, что пара дней у вас, да? То есть в течение года у вас есть возможность забрать. Нет смысла бежать, торопиться с 28 ноября. Мы разбили награды по годам. Если вы пришли в игру 31 декабря 2013 года, ваша награда будет такой же, как у тех, кто зарегистрировался 1 января того же года. То есть в течение года. Вы поняли, да? Всего 2013 года. Итак, ребят. Давайте пойдем и посмотрим непосредственно сами награды. Кто такие альфа и бета-тестеры? До того, как в 2010 году игра стала открытой, был альфа-закрытый тест и бета-закрытый тест. Альфа-игроки получили, по-моему, гидростат, он называется, с буквой альфа. Бета-тестеры получили КВ-222 с буковкой Б, бета-тестеры. Скорее всего, никто из тех, кто смотрит это видео, уже из бета-тестеров и альфа-тестеров, ну, не остался. Тем не менее, они получают уникальный стиль. Я чуть позже про него расскажу. Сам мотоцикл Т-52. Фон для имени игрока. Вот здесь вот очень крутая награда. И медалька. Эмблема, нашивка. Это то, что на танк можно нанести. 5 миллионов серебра и 5000 бонов. Но это никто из нас, скорее всего. Так что переходим к следующему. Это вот сюда попадаю я. Я зарегистрировался в 2010 году. 11 сентября или 12. Сейчас могу немного припомнить. Но практически моментально, как игра вышла в релиз. Она в августе вышла, в сентябре я уже зарегистрировался. То есть я 8 лет в игре и даже больше. Я получаю танк, медаль. Медаль получаю. Скорее всего, медаль у меня будет 8, а не 6, 7, 8. Хотя, может быть, это такая большая медаль. Эмблему вот такую. Опять же, 5 миллионов серебра, 5000 бонов и уникальный стиль. Но я не получаю вот такой вот фон для имени, и это меня очень сильно расстраивает. Потому что игроки, которые вот альфа и бета, они смогут свой ник в ушах выделять. Я понимаю, что мне лишний раз выделяться в ушах, это самому себе вредить. Но, ребят, вот эту штуку можно как включать, так отключать, и это очень крутая штука. Это просто тебя выделяет на фоне всех игроков в бою. Почему бы ветеранам, которые реально с первого дня играют в игру, не дать такую же штуку, я не знаю. Но это решение разработчиков, я не спорю. Если вы играете 4-5 лет, то вы получаете, смотрите, вы уже меньше получаете, 4000 бонов. Уникальный стиль у вас отсутствует. Я объясню чуть позже, почему. 4 миллиона серебра, эмблема, медаль и танк тоже получаете. Если вы играете 2-3 года, смотрите, ребят, вам даже танк не положен. Вы просто получаете 3000 бон, 3 миллиона серебра, эмблемки. То есть это реально подарок ветеранам. Если вы играете один год, вы получаете медальку, 1000 бон, 1 миллион серебра и эмблемку. Вот то, о чем я говорил, выделение никнейма игроков. Это очень крутая штука, я бы себе такую хотел, мне очень печально, что я туда не попал. Я себя считал на самом деле крутым ветераном, но оказались ветераны покруче. Что касается танка, да?
Это будет легкий танк 6 уровня, мы много про это говорили, и те, кто играет больше 6 лет, получат еще уникальный стиль. Смотрите, вот так вот этот танк выглядит. Ну, кто реально давно в игре, они его должны помнить. Сейчас его сделали в HD качестве, у него тут всякие обвесики и так далее, рыхлая броня такая, в рытвинах точнее. А уникальный стиль, вот это очень крутая штука, она делает его... ретро таким, вот каким он был, когда клиент еще был в HD качестве, да, не HD даже, никаких HD танков не было, угловатый, весь, ну, такой неприметненький, но, не знаю, вот это вот реально крутая штука от разработчиков, вот это реально крутая штука, и на этом все, то есть, ребят, танк получат очень многие игроки из тех, кто играют, но те, кто зарегистрировался раньше, чем 3 года назад, получат только боны и серебро, танк не получит. Вот такая вот, ребят, штука. Вот такие новости. Высказывайте свое мнение, пишите, в какую категорию вы попали. Кстати, я вот тут справа вверху сделаю опрос. Голосуйте, в какую категорию вы попали. Там альфа, ну, альфа, бета, я их объединю в одно. Там 8 лет и так далее. 6 лет, 4, там 3, 2, 1, пуск. Все, спасибо, что смотрели. До скорых встреч.